Доброе утро. Маленький-маленький стрим. Пока есть возможность, пока делать нечего. В одиночестве с рандомами будем продолжать познавать великолепные моменты этой замечательной игры. Стрим только на Твиче, потому что мне лениво заводиться еще и на Ютубе. А тут нажал кнопку, стрим есть. Чего вам еще надо? Так, есть кто-то у меня, кто играет? Не Леджио играет? Не-не-не. Так, найдем напарника. Так, урон огнем бронированный. Сейчас, а блин. Подожди. Испытание все сделал. Ну, в смысле, на этот. А, так, блин. Так, урон ядом инферно. О, так. Мартини Генри Айси. Вау. Привет, Хричи. Что так долго ищется? Что, все спят, что ли? Хантеры? И вы спите. Так, сутулы же, чё так долго? Я только буквально полчаса назад, ладно, нет, час назад играл. Искалось моментально. Это ж... Так, Европа, все верно. Все устали и пошли спать. А, нет, наконец-то. Так, мне нужно инферно, урон ядом. Привет, Эндер. День добрый. А погода у нас в Нидерландах, докладываю, погода в Нидерландах отвратительная. Сегодня буду сидеть дома, заниматься домашними делами. Еще мы ушли всем тайнибилдом на недельный отпуск. Весь паблишинг отдел. Никто не работает. Законодательно запрещено отвечать на почту и Slack. Надо автореплай в почте поставить. Turning Tides. Хорошее дополнение. Я прям подсел вообще. В смысле обновление. Какое дополнение? Я прямо нахожусь в легком удовольствии. Получаю радость. Так, кто-то прямо сразу со шприцом, ну и я буду со шприцом. Кто-то даже понимает, как в эту игру играть. Хорош.
Показалось? Или не показалось? Показалось. Так, это мы первого босса выследили. Куда они идут? Или нет? Всем рядом. Ай, блин. Fucking hell. Твою мать! Твою мать! Легкая, блядь, прогулка. Пиздец, у меня все полоски сгорели. Пиздец, я сейчас умру. Пиздец. Ой, я хорош. На таком говне посыпался. Боже мой. Ладно, еще две осталось. Господи, как же я плох. Куда мы вообще идем? Хорошо, что этого никто не видел. О, ножик висит. Собаки? Я был около бочки. Твою мать. Я мог сейчас отлететь просто, как нефиг нафиг.
Где он сидит? Блин, я мог его убить, выстрелив в лампу. Ну ладно, не убить, а поджечь. Так, а тут босс, кстати. Красный. Понятно, они сидят где-то по ту сторону. Да? Здесь чел. Окей. Молодцы. Ладно, я иду помогать своему. Попал. Ну, вылези. Попал. Я его убил, что ли? О, да. Хи-хи. Я крика не слышал. Хант в соло, это Звездный войн. Блин, а я не догадался. Здоровый бист. Привет, мистер Чарльз. Я его убил. Я молодец. У меня с патронами проблема. Блин, надо было его сжечь. Стоямба. А, он в воде лежит. Ладно, попробуем. А, не, горит. Горит как миленький. Ничего не понятно, но очень интересно, потому что... Что тебе непонятно, Эндрю? Спрашиваю, я тебе на все отвечу. Тебе непонятен сам цикл? Геймплейный луп непонятен? Я могу объяснить. Блин, а кто его поджег? Где ХП? О, мистер Чарльз, ты пропустил. Я, короче, одновременно встретил мужика... Ну, в смысле, NPC зомби с факелом, одновременно бабку, и, короче, это закончилось очень плохо. Это закончилось очень плохо для меня. У меня сгорели просто все полоски ХП, и вся моя жизнь пролетела у меня перед глазами, когда я был зажат в угол и с ужасом наблюдал, как меня грызут мухи, огонь и налоговая инспекция одновременно. Ой, вот. А, вот мне, кстати, сейчас восстановило все. Слава богу. Да, бомжи забили палками. Я по-другому. А чё такое? А, интересно, ну ладно. Яйцо. Где босс? Вот он. Да твою... Алло! Откуда яд? Откуда я ядом только что ухерачился? Я не понял.
Так, в окна мы не пикаем. Не, слушайте, я не понял. Мне передвигаться запрещено. Законодательно. Хороший пинг, однако. Да, так как в Нидерландах вообще пинги до всех прекрасны. Потому что обычно сервера, которые игровые, они из Западной Европы, они располагаются либо в Германии, либо в Нидерландах, либо во Франции. Тут обычно такой выбор среди хостинг-провайдеров. Так, этот хмырь поставит ловушки. Хотя, кстати, народ абузит пинги. Некоторые специально себе занижают. Чтобы по тебе не попадали. Тут народ абузит все, что только можно. Ришейды. Графику, яркость. Экстракшн. А, тем более второй уже вышел. Так. Ну, мы, наверное, пойдем наверх. Так, а что мне нужно было ядом инферно убить? Есть интерфейсный абуз, когда игру ставят на HDD и сильно нагружают во время матча, чтобы некоторые текстуры не прогружались нормально. Кайф. Я вот тут, кстати, однажды, ну, у меня игра на SSD стоит, но я вот в этой локации видел, что у меня вот этот пол не прогрузился. А, интересный, окей. Интересный абуз. Интересный арбуз. Здесь игра, как и любые экстракшн-шутеры, она это пищит или как першит, кишит. Я забыл русское слово. А куда? А, мы наближены на этот выход идем. Ну ладно. И всякого рода эксплойтами. О, у меня монстр не видит. А, я купил, прошел туториал, какой тут луп. Спаун, босс, экстракт. А, спаун, сбор подсказок. А, три подсказки. А, обнаружение босса. И иногда ты можешь случайно наткнуться на босса. Убийство босса и экстракшн. И самое удивительное, из этого ты ничего можешь не делать ничего. Потому что в целом ты можешь босса не убивать, а, например, выбрать решение сидеть и крысить на точке. Все молодцы. Я даже кого-то убил.
поначалу, да, после 1к часов, скорее, поиск PvP босс уже не очень интересен становится. Да, тут я соглашусь. Здесь в основном... это, кстати, и проблема. Опытные игроки унижают новичков, и они бросают игру. Тут надо, короче, найти какой-то sweet spot, чтобы тебя не очень сильно унижали по первости. Но проблема в том, что как только распродажа игры, опытные игроки себе покупают игру со скидоном, делают новый аккаунт стимовский и идут просто смурфить. Я как-то смотрел стрим, где народ там смурфил. Это было, конечно, очень отвратительно. Там просто новички, они ничего не понимают. И стример над ними издевается, как последний игрок в Hunt. Так, это я сделал. Так, подождите, мне нужно скелищи купить. Так, где мой любимый некромант? Блин, они пересортировали, добавили новые скиллы, и сортировка испортилась, и я не всегда могу найти то, что мне нужно. Все не на привычных местах. Так, что бы еще выбрать? Обычно я сначала беру скиллы на всякую выживаемость и прочее. Вот это тоже полезно. Да, здесь есть skill-based matchmaking, но часто, конечно, ты против таких мразей выкрестовываешь. У меня вон КД до сих пор 0.69. Он немножко просел, ну, немножко, 0.82. А этот скрыл, все, молодец. Видимо, задолбали. Там есть очевидная проблема. Как только вышло обновление, в игру вернулись все мрази. Просто все мрази мира вернулись в Hunt. И первые два дня мы вот... И все они пошли в новый режим. И в новом режиме мы два дня страдали. Как... Ну, короче, я пока отказался. Пока... Этот ивент не зафармят все мегамрази. Ходить на крокодила обычному игроку вообще просто никак. А тем более с рандомами. Секундочку. Так, ну чё, здорово, пацаны. Возможно, дамы. Так. Ай, блин, я забыл. Я забыл перекупить эти самые шприцы. Мы на спавн попали.
Так, не боимся, подтягиваемся. Ой, еще за лаги. Господи, кто это вообще нахер? Так, здесь должна была быть аптечка. Господи. Я сейчас прекрасно сработал живцом. Так, еще где-то третий должен быть. Что, сожжем его? Сожжем. Где еще? Ладно. Блин, а нет, не последняя. Да, судя по рассказам, это игроки с распродажи. Да-да-да. Игроки по скидке. Не, ну то есть реально чел просто сидел, я его убил в голову. Ну то есть мне ничего для этого делать не надо было. Второй на меня просто вышел, но я тут плохо сыграл. Потому что из своей пукалки я не убью никого. В смысле, не пукалки, а излебели. Вплотную убить кого-то очень сложно. Надо было на пистолет переключаться. Но это я сам виноват, сам дурак. Так, он убил Инферно. Хорош. А давайте еще пошумим. Тут, сука, весь сервер знал. Что мы тут? Кого мы стреляем? Ладно, все понял. А куда мы, простите, идем? Понятно. Какие-то стали пролагивания при... Как будто идет подгрузка текстур в какой-то момент. И это проблема. Так, вон там. Блин, тут бочка.
Короче, хант это удовольствие не для всех. Что происходит? Надо пошуметь, нет? Так, почему мы решили, что здесь кто-то есть? Ну, возможно, они и не ошибаются. Так, где-то собаки залаяли. Вот это что такое? Вот это кто? Хер знает. Что-то черное. Но оно не двигается. Здорово, Пачпорту. Смотри, как я удовольствие получаю. Так, а, они уже убежали. Я тут сижу, текстуры разглядываю. А они, понимаешь, это... Уже по съебам. Так, мне еще одного инферно надо убить. Что началось-то? Босса бьет кто-то уже. Понятно. Ой. 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 Вы этого не видели? Блин, стой. Окей. Ура, делаем делики. Так, не буду его убивать, у меня патроны кончаются. Там какой-то ебашило уже идет. Не топай.
Ай, блин, я сам. Здорово, Лерой. Вижу их. Не шуми. Что ты там делаешь? Непонятно. Вижу. А ну чуть-чуть двинься. Я знаю. Я уже мурка устала. Вот он только что появился на секунду. А я не воспользовался. Это обманку сунули. Сука, я в него попал. Можно расслабиться. Но я тоже дурак. Господи, что вы делаете? Жизнь и смерть, блин.
Так, подношение. 500 опытом. А, это еще не подношение. Найс. Так. Радость нам к нам приходит. Куда пойдем? Там кто-то ворон спугнул. Где он? Красная метка. Твою мать, я думал его наебать, а он наебал меня. А он хорош. Казалось?
Блин. Что-то я далеко ушел. Вот так вот заходишь, короче, на карту, а там душат. Что там происходит? Что там за хихи? Патронов нет. Блин, у меня патроны кончаются. Мы долго еще так будем? Схит, кстати. Им в жопу зайти. Так, здесь закрыто. Хорош. У меня лечилки кончились. Это было хорошее решение. Там еще один есть, точно 100%. А, набор первой помощи. Блин, вот здесь был. Патроны. Еще все-таки кто-то есть. Красная подсказка. Мне делать? Дайте патронов. Пока мы... А, вот. Пока мы там сиськи мяли вообще. Пока мы сиськи мяли. Все. Босса изгоняют уже. А он, кстати, недалеко.
10 метров. Черт. Вон там он. Или показалось. 10 метров, это значит, он был просто внизу. Наверное, последний матч, там вроде жена закончила свои дела. Сейчас вернется. Хорош. Так, это второй, да? Меня оживляет. Так, где-то здесь была куча аптечек. А, вот аптечка. О, господи. Это размены просто. Ему не повезло. Так, ну и вот он. Пять лет в Луизиане. Блин, патроны нужны. Нужны. Можно со спарки патоки забрать. А, да? А, вот еще здесь. Просто про это... А как это делается? А, окей, своп. А, серьезно? Окей, я... Короче, 100 часов в игре, я про эту механику не знал. Спасибо. Твою ж мать. Я думал, только ты подбираешь, типа, оружие... А, ты подбираешь оружие со всеми патронами, а ты бросаешь, короче, оружие только с тем боезапасом, который был в нем. Окей. Ну, в целом логично. Так, ну что, пошли, босс. Ну... Так, что? Еще одни мегамрази. Что вам тут намазано, что ли? Вижу. Они убегают. Но он никуда не прибежал. Или прибежал. Да он сделался. Блин, да что это за гребаное ПВП вообще?
Дайте спокойно лутануть босса и свалить. Кто вы такие? Вот он где-то топает тут. Попал. Сейчас ему в спину зайду. Он за забор смотался. Здорово, демон. Нет, не смотался. Возможно, он тогда в этих кустах. Тогда где он? Куда он делся? Он не мог просто так исчезнуть. Попал. Мне повезло, что он косой. Все награды. Господи, но я в этом матче хорош, между прочим. Я убил, по-моему, троих. Так. Пошли на выход. Хватит с меня этих приключений на мою жопу. Чё происходит? Развлекаетесь, да? Было жестко, но весело. Еще посмотрю вот этот матч. По-моему, это лучший матч у меня за неделю для меня. С рандомами имеется в виду. Не с друзьяшками своими, конечно. Хорош. Так, я сейчас пойду проверю, там как сын спит или не спит. Вроде не плачет.
Не просыпается, никого нет, он начинает... Так. Поставлю-ка я ограничение по FPS, а то что-то у меня компьютер взлетает просто. Или на меню это не отражается? Сейчас вернусь через минуту. Или нет, оставлю. Пускай летает компьютер. Пусть компьютер будет сильный. Так. Мне все равно выше 120 FPS не поднимал здесь в этой игре никогда, кроме как в меню. Ладно, сын спит. Служба идет. Так, что у меня тут есть? Дольше бегать. Где некромант? Сойдет. Какой же у нее ебало грустное. Примерно как у меня. Когда я не выигрываю в этой игре. А, стоп, я последний матч забыл посмотреть. Три убийства. Твою мать. Почему здесь нет добора в разваленную пати? Приходится каждый раз сливать и заново пересобирать.
Так, рядом все. Возможно, тут даже и босс. Блин, на помощь. Стоп. Стоп. Ладно, попробуем так. Так, я опять забыл купить шприцы. Твою мать. Иди сюда. Ладно. А, все, босс. Босс вот тут. Босс тут. А, это убийца. Тогда можно вот так. А, опять поджегся. Э? Так, возможно, здесь есть еще. Так, кто-то спугнул. А, да, наш. Иди сюда. Где?
Еще и хломоклюв изгоняется. Вообще. Так. Мне жопа. Так, есть где-нибудь? Нету. Ебашилова. Блин, патроны кончаются. Все, патроны кончились. Уже чужие тут? Я же видел чувака. Твою мать, а как он там оказался? А это другой. Все так хорошо начиналось. Дайте отличиться, господи.
Мне еще и подожгли. Потрясающий геймплей за снайпера. Они уходят, ты можешь нас риснуть. С кем я разговариваю вообще? Это не я. И не успел. Что он будет делать? Ну, в целом можно топать на экстракшн. Как же я глупо помер. Он второго мог поднять, че он? Ладно, я-то гаю. Господи. На что он надеется? Там тройка. Но если только вместе с ними выйти.
Ну, вот и все. Он мог бы второго поднять. И чё? Ладно, хорошо, побегали. Я зачем-то купил Хайнт опять, выводы делал. Заходи по чпорту, поиграем. У меня ещё пока сын спит, но может быть это будет одна катка или что. Если хочешь, заходи прямо сейчас. Напиши, поставь плюсик, если готов прямо сейчас ворваться на полчасика. Да. А, ты же еще качать его тебе, господи. А, только... Ну ладно. Ну смотри. Смотри, не рефандни опять. То есть я не прощу этого. Видишь, почпорту? Все-таки Хант великая игра. Ты ее купил два раза, дароник. Что может быть лучше? Ханта. А, подождите. Блин, у меня деньги кончаются. Я просрал, короче. 10 тысяч уже. У меня 12 осталось. Я паникую. За 40 лир можно и поесть. Великий турецкий почпорту. Ищем, ищем. Ты посмотри на онлайн вообще ханта. 40 тысяч человек в пике. Это же как... Это же как 40 тысяч человек в пике. Кстати, где там можно посмотреть? На SteamDB, по-моему, можно чарт посмотреть. Все эти люди не могут ошибаться по чпорту. Так, Trending Games, Most Played Games, а вот. Где Хант? А, он на 40-м месте, ладно. Рядом с Хантом Гаррис Мод из Sims 4. Евро Трак Симулятор. М?
Боже, тут Elden Ring даже на 31 месте. У Destiny 40, фу. Destiny 2 действительно 40, господи. Господи, господи помилуй. Не, ну, короче, у Ханта с обновлением вырос онлайн в два раза. У них было 20-ка в пике, 7-ка внизу. Сейчас 40 с ракет в пике, 23 внизу. Здорово, Зуан. Ой, я плох. Зачем я это... чат, вы этого не видели. Блин, еще и шприц использовал. Точно? Сука. О, у чувака удаленный подбор. Так. Может, он уже смотался. Но тут вроде окно открыто, он мог просто свалить. Ну, он действительно свалил. Патронов нет. А вы думали, что я ищу мертвую свинью? Так, где мы? Здорово, Лусынин. Да, я прямо это... Ой, а мы что, не взяли эту? Мы ж сюда перлись только ради этого. Тот чувак был один, возможно, он либо соляной, либо наркоман.
Восток сегодня весь день дождь обещают. Да, у нас уже с утра дризл. И вообще все, у меня сейчас отпуск, и вся неделя будет двадцатка. Так, нам не повезло. Буду сидеть дома и играть в проклятые игры. Почему вам всем отпуск дали? У нас два раза в год такое, на Рождество и в середине лета. Летом в районе стимовской распродажи. Ничего, Siri включилась. Что я там сказал, что у меня Siri включилась? Она отвратительно. У меня же вроде Siri выключена была. Дорога Кэти. Игры или игру? Пришел лежать похмельно под мужем. Что ж, опять напился? Опять выпил? Скажи честно, выпил? Вчера же пятница была. Это и только я один дурак. Сижу вечером в пятницу, видеоигры играю. Так, все понятно. На кого там дьявол возбуждается? О, вижу. Явно кто-то вот в этом домике сидит. Я его только что видел. Так, делаем опрометчивое решение. Но я... У меня другого выхода нет. Чуть никого не вижу. Приоткрыла это. Мистер Хант. Ну-ка проверим, тут есть кто? Раз такой, здесь кто-то еще это. Так, что я там подобрал? Динамитную шашку. Ладно.
Так, ты где получил звездюлей? Сверху, что ли? Отсюда? Коза. Нет, мы возьмем корабельный алтарь. Стоп. Откуда? Тихо там. Чат, заткнись. Так, бургеры вчера пошли. Вчера не было бургеров. Вчера я ел стейк с жареной картошкой, которую пожарил сам, и стейк пожарил сам. Получилось говно, конечно. Но зато сам. Так, подождите, у меня... А, у меня же новый персонаж. Стейки просто были очень толстые, знаете, такой... Я бы даже сказал, толщиной с три пальца. Клир. А кто его тогда убил? Пошли на выход. Да, я знаю, что... Короче, долго, но у меня была маленькая сковородка только. На большой сковородке я жарил картоху. Чьи руки оно периодически показывает? Мои. Это я вот... Да, вчерашние печи лучшие на свете. Давно у нас такого огня не было. А что, тут с нами не пойдет, что ли? Это я осматриваюсь и могу видеть людей с наградой и прочее говно. Помогает ориентироваться на месте. Так, надо пойти проверить сына.
Это темное зрение, так называемое. Похоже, как, не знаю, если ты в Бэтмен Arkham Knight или какой-нибудь Бэтмен вообще играл, там что-то похожее. Только понятно, что ты игроков других не видишь здесь, но когда ты подбираешь награду с босса, тебе дается 5 секунд, и ты в определенном радиусе видишь местоположение игроков. А, не, все. На сегодня пока все, потому что сын проснулся, пойду собирать Икею. Мне там дополнительных шкафчиков накупили для стеллажа, надо вставить. Так, ну я сегодня прям хорош. Никого не убил. Так, сейчас раскидаю скиллы. Так, чего мне не хватает? Окей, ладно, вернусь, когда вернусь. В течение недели стримы будут в необычное время, потому что я в отпуске. Могу и днем тут паутировать. Так что приходите. Пойду заниматься домашними делами. Как настоящий батя. Вечером, да, ну как обычно 100%, может быть еще будет раньше, если все дела переделаю и сын второй раз ляжет.